Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Лайк Юкин, добро пожаловать на прохождение Биошок 2 Ремастер DLC. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Мы продолжаем. Так, сектор управления, второе видео по этому уровню. Я уж немножко запутал, Саш, с этим приветствием. Столько много нужно сказать, что это за DLC, что это вторая часть, и что мы продолжаем играть. Так, для начала, в начале всегда мы сохраняемся, чтобы если вылететь, то... могли как бы с вами начать Адам с этого близко. Момента. Где Адам близко? Показываю, мать, где Адам близко. Ага. Так, подожди. Инъектор Евы давайте приобретем, наверное, да? И что еще можем? А ну и все, ну и тогда и будет для бура возьмем топливо. Ага. У нас тут вроде бы ребятишки были, у которых я могу с вами денежки-то и собрать. Который как бы потратил я. Ага, и у нас сколько еще тут? 17 долларов. Ну, если что, вернем. Что тут шумит? Что тут шумите? Так, куда нам дальше? Чувствую, вот почувствуй там. Нашу любовь. Угу. Угу. Вижу. Вижу. Опять не замечал, что тут у нас заклепки для ловушек. Вот ангел. И нет. Так, тебе, чувак, во-первых, ничего нету, а во-вторых, мы собираем. Давай, мать. Солнечный круг. Небо вокруг. Кстати, жалко Монту, да. Камеру случайно сломали. Вчера с вами. Слушай, что? А мы тебя взламывали все, да-да. Испугался. Нет. Все роботы мне помогают, красота, благодать. Где ты? Ауч. Так, а куда он бежал, кстати? Он за хилить сходил, представляете? Ха! Не получилось! Угу. Гениально! Так, мать, ты что собрала? Папа, я всегда. Погнали! Ну да, с папой ты всегда в безопасности. Так, давай мы для начала посмотрим. А, ну тут не. Так, что у нас тут купить? Да ничего у нас нечего, да, тут покупать. Так, пойдемте, девчонку отдадим мы с вами и... и при том сейчас потратим мы сейчас Еву. Так. Ага. Так, у нас тут же рядом. Спасибо. Просто все рядом находится. Куда можно Еву потратить? Куда-то не сюда иду. Да, не сюда. Нам дальше надо. Туда, и вот он. Тут как бы все рядом находится. Так, плазмид для ячейки, это точно. Вот эти две покупаем мы с вами точно. Так, пока нету, но... А-а-а. Так, что у нас тут? Субботище и увеличивает урон в ближайшем бою против врагов. Так, это шина мы. Взлом турели повышает максимальное ее здоровье. Движетесь быстрее. Ну, вот эту. Угу, сколько мы можем сразу с вами смотреть, приобрести. Еще даже можем, да? Ого, замечательно, нифига себе, мы все потратили с вами чисто для этого. Знаете, я что забыл? Блин, посмотрите, а есть ли у нас новые тоники?
Может быть, новые тоники там вообще были, я все потратил. Но, ну ладно. Ладно. Не будем сожалеть о том, что как бы не было у нас. Ага, и тут денежки. Портер thinks he can set the cosmos right? Start over? You're the bitch of fate, my friend. Only the thinker and I can finish the equation. The machine stays here! Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Подожди. Стой, стой. Блин, надо пойти аптечку теперь взять. А, где она? Она где-то... Где у нас тут хилка? И там под хилкой аптечка была. Я аптечку-то вроде не подбирал. Угу. Сразу, короче, перебздю, потом, а вдруг она сейчас смахач какой нам понадобится, поэтому лучше перебздить, сохраниться, взять аптечку. Там ничего страшного. Что? Так, я могу похилить вас? Починить могу. И тебя... А, ну ты, тебя же никто не стрелял. Так, стойте, а тут кот у нас есть. Интересно. Так, что-то не застревай, чувак. Уж может где-то кот тут написано на стенах, надо внимательно посмотреть. Так. Тут все шумит. Тут что у нас? Тут что-то подсказка. Угу. Так, а что упало? Нельзя, что упало? Что за награда была? Дротики, ловушка. Ты больше не, да? Фосфорные дротики. Это дротики с остальным наконечником. А, ну слушай, это вот этот дротик, который я использую. Слушай, ну давай возьмем, наверное, тут и лазерный ли. Ой-ой-ой-ой. Вот это нужно брать нам точно, я вам скажу. Вот так вот. Противопехотный точно, да, нужно брать. Блин, а тут я сейчас все потрачу. Слушай, давайте я быстренько сейчас потрачу все, денежки сейчас соберу и сюда вернусь. Угу. Так, ну что, 470, что ли, или сколько-то там долларов я... восстановил, потратил все под ноль, кстати, 6 долларов осталось и плюс, ну, хотя 400, наверное, долларов тогда следует. Из этого, что я где-то восстановил. Так. Так, выпить, зачем выпить? Выпить за любовь. А вот же тут. Adam makes it hard to sleep, forgetting things lately. So this, this is an emergency reminder for the code to my private storage area. I won't record the number, but remember, just look at the four groups of books on the shelf. And the sequence is obvious. Так, на 4 группы книг. 4 группы книг. Так, а где они у нас на полке? 4 группы книг. 60, да, долларов я как бы установил. А это они? Так, 2, 3. А, все, 2, 3. Сколько тут? 4. 23, 30, 23, 41. Угу, 23, 41. Вот так, наверное.
Ну да, тут можно было и не считать, блин. Логично, 23:41. Нять. Так, куда следующее? Что у нас открылось с вами? Тайной ход, секрет, о май гарбл. Это мэджик. Все в крови. Это жуть, тут страшно, опачки. Тихо-тихо. Так, что у нас тут? А, ну мы почти все деньги восстановили, как бы. Замечательно. Good. It's all hooked up. I can run the hack sequence from here. Just one minute. One minute. Так, забрать взломный сигнал. That should do it. I hope. If the hack turned out right, you are now the proud owner of one homemade signal jammer. Water worries you with Sophia Lamb's torpedoes? He fills your head with foolish visions of freedom. I can provide you more immediate concerns. Стой. Так, ну и давай пулемет какой-нибудь другой возьмем. А, ну вот это можно, уже хорошо тоже бьет. Не переживай, я тебя спасу. Садись ко мне на шею. Так, где, во-первых? Идем, папа. Он близко. Идем. Так, куда? Ага. Давай, ангел. Так, дай мне только. План мой, ты хочешь спрятать Адам. Ангелы помнят, и мы помним. Выходи уже, ненавижу. Я найду тебя. Они меня видят, а я его невидимка же. Давай, мать, собирай. Этот ангел одинок. Вот уж жалит. Почти все, глупышка. Глупышка. Ты как вернулся? Слышите, он пьет. Ок. И все, по идее, да? Давай следующий показывай, где. Я с тобой еще не закончил. Так, а я закончил. Дай меня добраться, папа. Так, где у нас захилиться можно? Кто еще? Это ты меня? Шмаляла. Куда? А, в эту сторону? А, даже в этой стороне. Так, что тут?
Адам зовет. Адам, папа, прямо вот здесь. Ну, давай. Ангелы, сияй. Адам, сияй. Иногда они проливают его повсюду. Мне нужно где-то спрятаться. Погоди, давай поговорим. Ну, там роботы, в принципе, всю работу делают за меня. Эй, вернись! Боже, я чувствую каждую. Не торопись, любовь моя. Еще немножко, папа. Стойте, стой, я хотел взломать тебя, мужчина, и ну улетел. Чё? Я что, вообще сдурел? Ты же меня мог убить. Он лучше, чем другие папы. Угу. Так, два из двух. А куда тебе? Носись где-то рядом. Да, вот тут есть где-то впереди, да? Где-то, а вот она. Давай, мать. Удачи, счастья, здоровья, не забывай, не болей, не чихай. Угу. Спасибо. Да ладно, что ж ты. So far, so good. I can feel the sunlight already. Now we just print out the machine code from the Thinker's central processor. So... Так, что у нас тут? Давай посмотрим, здесь больше нет. А, ну, я смотрел, не смотрел, даже не помню, гипноз. Гравитационная воронка. А, ну-ка, воронка. Заряжайте сгусток материи и гравитационной воронки, чтобы создать контрактную ловушку. И смотрите, как неосторожные противники прилетают. Ну, такое себе. Системы было у нас. Взломанные вами роботы. Реально, если больше урон, такое себе. Так, уход. На одну аптечку больше такой себе тоже. Каждый раз при взломе получаете больше такой. Успешным взломом становится. Вот это можно. Можно как-нибудь, наверное, при получении приза взломе прекращается. Так, охотник с головами. Гонка. А что? При обыске трупов и контейнеров получаете больше припасов, чем обычно. Ну, вот это можно, да. Отлично. Вот так, ледяной бури это нет. Эксперт, у вас место еще для инъекции Ева. Ну, такое себе тоже. Ну, все тут, если честно, такие себе, как бы, можно и не покупать. Главное, вот эти четыре, наверное, да? Так думаю. Ага. И что? Максимальное здоровье. Ну, или Еву. Давай, максимальное здоровье. Замечательно. Опять всю Еву потратили. I can take it to the surface and start to rebuild. Computer core access is at the far end of ops. What would Rapture be like without automation? From self-opening doors to pneumatic deliveries. Rapture central computing keeps life running smoothly. Угу. Получи леща. Так, а где? Oh,
Бежишь сквозь меня. Так, слушай, а тут хилка есть, интересно. Ты что, его не убил еще до сих пор? Хотя можно было, бочку было стрелять, по идее. Ой-ой-ой, тут доллары много, слушай. Есть где-нибудь спуститься, все доллары потратить? Сад инструментов. Так, ну давай, взломаем. Цирк Дю Соли, да? Добро пожаловать! Так, а что мы еще можем? Дротик дистанционного взлома, давайте, который я только что потратил. И... ну и все, да. Консервы есть. Полом. Хилки не вижу, где подхилиться можно. Ну тут, в принципе, аптечку можно заюзать и вот так собрать. Это вашему шеврону лучше расход топлива. Также, ну я понял, меньше топлива, короче, у нас будет. Оп. А тут лифт, кстати, смотрите, нифига себе. Фига себе, это что получается, конец уровня мы уже нашли. Но это не конец уровня, конечно. Это... потому что у нас еще одна Ева, в принципе, девочка с сестренкой. Должна ходить с большим папочкой. А я только две, потому что сдал. Wall, you son of a bitch. He's cranked the Thinker's coolant system into overdrive. You're frozen out of the core. Head to climate control and manually reset the turbine to defrost this mess. It's the only way we're going to make it to the Thinker. Ага, но мне огненный еще нужен, да? Климат контроль. Новый разморозить проход и вычислить. Так, слушай, я пропустил, куда мне надо идти. Подойдите, так, цели нужно посмотреть. Нет, что-то пропустил. Распустите трибунал климат-контроля. Разморозить проход к вычислению центру. Что с пылесосы? За проход к вычислению... Перезапустить трибун климат-контроля. А... так, дайте мне подсказку. Ну что, я пропустил как-то. А, направляйтесь в крыло климат-контроля. Спуститесь по лестнице. Так, я понял. Так, подожди, мать, где у нас климат-контроль? Система. Вход, шлюз, центр, офис. Климат-контроль пока не вижу. Шлюз. Программирование. А где климат-контроль? Проход, шлюз. Эффект климат-контроль. А, вот она. Как-то я ее пропустил. Так она заморожена же. Климат-контроль, да. У меня же нет способности огненного. В каком-то тупике я сейчас, если честно. Слушай, а у нас тут огненный есть? Блин, прикиньте, сожжение... а, сожжение 3, подождите. А у нас сожжение 1-2 нету. Интересно как-то. А сожжение 1-то нету. Слушай, тут появились новые стихийный вампир, смотрю, бур, вампир. Вот это появилось, Евы.
Давайте еще раз. Крэл спустить по лестнице к концу помещения, чтобы найти пульт управления трибуны, разморозить его, используя источник огня, с помощью пульта починить перезапуск систем, климат контроль, чтобы расчистить проход систем. О, господи, я сейчас реально потерялся. Подожди, подожди. Так а чё тебя не кусает? Чё вы? Ты чё, ты не офигел ли? Где-то у меня, получается, тоник должен быть. Блин, ну это уже точно на завтра оставлять. Потому что... Слушай, а я же еще раз могу послушать. Adam makes it hard to sleep, forgetting things lately. So this... This is an emergency reminder for the boat mine. Найди, чувак, это вообще не то сообщение радио. Private storage area. Так, радиосообщение, ну вот, сюда заходим, да. Вот это надо послушать. Wall, you son of a bitch. He's cranked the thinker's coolant system into overdrive. You're frozen out of the core. Head to climate control and manually reset the turbine to defrost this mess. It's the only way we're going to make it to the thinker. Может, там реально кнопка где-то была перезапустить климат-контроль, и я просто как слепая этот не увидел его. У меня всегда такое бывает, что что-то там вплотную и где-то лежит, и я такой, что? Нет, ничего, я ничего даже не слышу, когда он бывает этот, что-то на что-то нажать. Опа, лифта. Так, ну-ка дайте сохраниться. Куда это меня кнопка лифта приведет? Но это с уровня. Ну-ка. Сила человека не в мусоре. Remember to renew your identification badge on the first of every month. Security systems are active. О, господи, тут так страшно. Вот какой-то попался с такими громкими. Тоник. А, поджигание несут. О-хо-хо-хо-хо. Ну, я как бы и так знаю. Из вашего. Ну, гениально, ребят, возвращаемся. И исчез с моими этими. Там нифига, я даже не знаю, слышали вы меня, не слышали. Давайте, ребята, ритуальчик узнайте. Лайк, подписка, комментируйте мне видосик. Не болите, не чихайте. Встретимся с вами в следующих на канале Like Up Game. Но точнее уже завтра в новой серии, где будем размораживать льдинки. Всем пока, ребята.